На культуре две кухни есть, киргизская и европейская. Европейская кухня есть у нас. В смене бригады работает 33 человека. Это включая поваров, ночных, дневных, официантов, пекарей, мясников. Девочек, которые убирают, моют посуду, все вместе. Всех вместе 33 человека. У нас на высокогорье вода кипит на 75-80 градусов, быстро кипит, а варится, жарится чуть дольше, чем внизу. Вот. Отварное мясо 6-5 часов варится, иногда 8 часов. На высокогорье 15-10% вкусовые качества теряет. А мы это все вот, всяким специями, всяким маслом, как говорится, у нас все соусами, все вот это нормализуем. Вот. Ну, мы стараемся приготовить столько, чтобы оно всем хватило, этих блюд. Там, например, есть такие дни, когда поступает больше людей на работу, понедельник, вторник, горный отдел. Это мы немножко увеличим, а так... Где-то на 1500 до 1600. Сейчас раньше было 1700 до 1800 готовили. За неделю баранина 1,5 тонны кушает. А говядина, ляжки только 2 тонны в неделю. Рабочие, вот, у кого как вкус. Некоторые любят вот, сладкое, вот, некоторые любят острое. Любят. У нас, кстати, у нас тоже острое. Индийский, итальянский, вот, испанский кухни, вот, всегда разнообразие, очень много вот, готовим. Вот. И канадские, и английские вот, кухни, все есть, вот, и американские. Вот. Очень много разных людей, очень много разных вкусов, как говорится, и... Стараюсь, чтобы была в один и тот же день и баранина, и говядина, там или рыба, или птица, или что-нибудь такое. Хоть на президента, хоть министры приезжают, мы стол накрываем, все довольны, уходят. Вот. Учитывая всю специфику того, что мы находимся на высоте, на большой высоте, это где-то около 4000 метров над уровнем моря. Поэтому очень такие трудные, сложные там такие блюда не рекомендуются. Нужно делать только то, что которое хорошо усваивается, и то, что любят люди действительно. Мы кондитеры работаем с 4 до 4 работаем с утра. До вечера 4. С утра надо людям хлеб давать горячий, свежий хлеб, чтобы было всегда. И булочки, печенье. И должны мы до 12 успевать все это печь. В пятерку по объему годового потребления продуктов питания входят картошка. Это 167 тонн, также говядина 191 тонн, мука 81 тонн примерно, также мороженое, которое очень любят наши сотрудники, это около 77 тысяч штук, и молоко, естественно, 70 тонн.